Такой у меня рюкзак, сервис-ключ. Компания. Собираемся. Термос сделали. А он, короче, муж его толкнул, он упал, все заново. Время уже 8:15, надо выходить. Ой, я так боюсь, не могу. Все. Весь багажник забит, жуть. Сейчас еще пакет будет с едой. Хоть бы вернуться, все же хорошо было. Блин, они так близко, а тут так далеко показывает. Заехали в Краснодарский край, дорога хуже, чем в Ставропольском крае. Вообще, что это? Вся машина подпрыгивает. Мне не это, мне это нужно как-то. Ужас. А машины стоят сзади? Стоят, конечно. Сука, сука. Вообще бы раздавил нас. Что это было? Чик стоишь, так много красный свет. Там как будто, блядь, светофор не виден. А вот там встречка же, как он несся там, дурак, не дурак. Что ж ты регистратор-то не подготовил? Это ж опасно, такая дорога, с ребенком едешь, с семьей. Что? Сейчас, сынок, объедем машину, я дам тебе. Подождешь? Ты проголодался? Морзик. Нет, давай сюда. Давай сюда. Молодец. Вот видишь как? Сука, этот там сидит, думает, блядь. Опять этот приехал сюда. Что ты творишь? Поэтому, девочки, я не люблю никуда ездить. Для меня это нервотрепка полнейшая. А когда успела так приехать скоро? Труп. Плачь. Так, Антон. А Ростов, наверное, едет. Купейные это люди. Прикольно, что деревья. Плыв движение. Ну, Ставрополь, вроде, есть. Ты уже спать хочешь? Да я бы утомилась. 5 часов для меня это все. Не обгонишь, Антон. Обгоняловка у них выросла, посмотрите. Ой, аж не фокусируется. Вон там море, море, лиман, Таганрогский залив. На телефон.
телефоне точно не будет видно. Там есть. Что пиши этой блогерше, пусть выводит нас, показывает. А я у нее попросила, она на меня даже не подписалась. Не вулкан. Видишь? Ну, бля, высоток нет, все низенькое. Почему? Вон они. Мы только в город заезжаем. Абсолютно. Уже сразу видно. Остановимся. Тоже такое все мелкое и растянутый будет. Попробуй пешком обойди, не обойдешь. Правильно? Сразу видно, что это туристы, скажешь. Жилье. А то если вдруг у нас та 100 квартира не получится, нам же надо знать, куда за жильем идти. Второй этаж как пристраивать для офигеть. Пеноблоками. Чего он нас так возит? Мы могли и по той улице проехать. Опять наша машина стоит. Ага. Везде ее вижу. Один в один, как наш. Это что, школа или что? Воду. Через 200 метров поверните направо на двор, а затем поверните налево. Погода, конечно, такая, заболеть можно. Можешь тут припарковаться, а то потом вдруг не найдем места. Такой двор. Плохо видно домики. Куда нам идти надо?